ему профессор. Клим Чугункин. Барменталь открыл рот. Вот что-с. Две судимости, алкоголизм. Все поделить? Шапка и два червонца пропали. Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. Хам и свинья. Но эту палку я найду. Одним словом, гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное от Севильи до Гренады. Свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович. А не общечеловеческое. Это в миниатюре сам мозг. И мне он совершенно не нужен. Ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом. О евгенике. Об улучшении человеческой породы. И вот на омоложение нарвался. Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый. Вы великий ученый. Вот что, молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью. Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой, этих гормонов в гипофизе. О, Господи. Доктор, передо мной тупая безнадежность. Я клянусь, потерялся. Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу. Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов это ваше собственное экспериментальное существо. Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал. Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет. Я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Помилуйте, Филипп Филиппович, да и ежели кого еще обработает этот швондер? Что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова.